Сообщество «Нежный бизнес» в Ленинском округе было создано в 2019 году. За это непродолжительное время организация доказала свою эффективность. Женщины, которые развивают свое дело, имеют возможность делиться опытом, находить новые пути реализации проектов. В конечном итоге просто поддерживать друг друга. «Нежный бизнес сообщества как бы дает мне надежду на то, что я все-таки научусь быть нежным бизнесменом. И вот именно по этой причине я вступила в это сообщество. Я надеюсь, что будем продвигаться, будем каждый заявлять о себе, но в плане не то, что друг другу продавать себя, да, а в плане действительно полезности каждому для нас». В сообществе «Нежный бизнес» женщины, работающие в разных направлениях. Сегодня в организации порядка 150 участниц. Этот год выдался более чем продуктивным. Удалось реализовать несколько важных проектов. Создали некоммерческую организацию «Союз содействия женскому предпринимательству». Каждый месяц у нас проводятся нетворкинги, мастер-майнды и выездные, уже более крупные мероприятия в Москве и по Московской области по разным тоже направлениям. От фэшена и до индустриальных, таких как мы ездим на заводы, экскурсии, на градообразующие предприятия. Большую поддержку дамам оказывает администрация Ленинского городского округа. Направление курирует первый заместитель главы муниципалитета Альберт Гравин. Накануне Нового года он посетил корпоративное мероприятие сообщества, где были подведены итоги проделанной работы. Мы со своей стороны во всех мероприятиях принимаем самое активное участие, опять же, если они с удовольствием нас приглашают, как сегодня. И любые проблемы, любые вопросы нами решаются. И Алексей Петрович Спасский, глава муниципалитета, поддерживает эту историю. И мы достаточно много и очень оперативно реагируем на все вопросы, которые идут в наш адрес. Почему? Потому что наш муниципалитет – это динамично развивающийся муниципалитет в плане малого и среднего предпринимательства. Сделано много, но еще больше планов на год грядущий. В частности, развивать работу уже существующих комитетов сообщества. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.